28 апреля 2013 года Новочебоксарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 38-летнего жителя города Новочебоксарска, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего воспитанника детского сада номер 32 города Новочебоксарск. Следствием установлено, что данный мужчина, проходя мимо дома, расположенного по улице Винокурова города Новочебоксарск, заметил на песочнице двух малолетних детей, после чего подошел к ним и совершил в отношении одного из них насильственные действия сексуального характера. Увидев происходящее, жильцы дома сразу же позвонили в полицию, после чего сотрудники полиции задержали его по горячим следам.